Всем привет, с вами канал ДТВ. У нас сегодня на обзоре игровая гарнитура HP 707. Значит, куплена она в ленте по скидке 799 рублей. Без скидки она стоит порядком 1500 рублей. Значит, можно использовать для игр, для прослушивание музыки, для контента, для чего угодно. То есть совместимо с ПК, с PS4, Xbox One и другим игровым девайсом. Давайте посмотрим. Так. Гарантия с 6 месяцев. Так, я достал из коробки. Как они выглядят. Давайте на свет. Уровень громкости. Вот такой материал здесь тряпочный. Здесь для кожи. Микрофон, конечно же. Так, и что немаловажно, здесь есть, можно в планшет вставлять, в телефон, и также в телефонечки все есть. Ну, давайте подключим сейчас к нашему планшету. И вот у нас включается. Итак, давайте запустим ролик наш какой-нибудь. Давайте я послушаю, я вам потом расскажу. Итак, я разобрался. На планшете просто звук был выключен. Итак, послушайте, как звучит. Слушайте, отлично играют они. Напишите свое мнение, что вы думаете об этих наушниках с микрофоном. Всем пока-пока. Подписывайтесь. Друзья, я подключил к USB данные наушники. И оказывается, USB, вот видите, дает вот такие прекрасные галогенные огни разного цвета. Смотрите, как он светится. Могу рекомендовать данные наушники. Ну, вот. Своих денег однозначно не стоят. Всем пока-пока.